Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал и, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я буду очень рад. В ТикТоке есть такая интересная функция, я вообще такую не видел, если честно, но есть такая. Так, извините, давайте пойдем, то есть пойдем в настройку. Нажимай на троеточие, конфиденциальность, персонализация и данные, вот, нажимаем, загрузка ваших данных, вот, смотрите, копию, можно получить копию ваших личных данных, например, вас взломали, и там удалили весь ваше фото, описание, да, активность ваши, настройки, и можно, вуаля, скачать, да, копию ваших данных можно, то есть это лучше даже, то есть если ваши данные удалили, вы можете с одним щелчком запросить файл с данными и будет готово. Вот, кстати, у меня истек, я один спросил, да, я просто для себя спрашивал. Друзья, под видео есть инструктор про ТикТок, то есть как скачать ТикТок, как зарегистрироваться или как попасть в рекомендуемые. Вы можете ознакомиться в описании под видео. Есть ссылка на видео.